Еду сейчас на озеро, а перед озером хочу заехать на турничок, немного позаниматься. Очень люблю это место, постоянно сюда приезжаю. Тут получаешь просто кайф. Вон там у нас вон люди на аэропланах летают. Не знаю, видно было, нет. С аэродрома взлетают. Кстати, можно там покататься. Что-то 5000 рублей полчаса, кажется, стоит прокатиться в воздухе на аэроплане. Вот подъезжаю к моему любимому турничку. Вот он сейчас появится. Вот в этом леске. О, парни, здорово. Привет. Как дела? Выбрались. Я тут на видос снимаю чуть-чуть. Что реально в Москве, но там сейчас вообще полный трэш. Жесть, да? Я себе вчера вечером делал пропуск. Ага, и чё? Нормально. Чё, выбрались? Да. Здорово. Я, кстати, сюда тоже частенько приезжаю на турник. А у нас там сейчас снег, где. Мы сейчас вот выбрались, мама к знакомым, мы пошли погулять. Ага. Вот. Ну, здесь очень круто. Я понял. Очень красиво. Нет, здесь офигенно. Чё там на озере, народ есть? Да, есть. Причем много. Сейчас бы, если бы это было такое озеро в Москве, сейчас бы сюда ООН, Росгвардия. 100%. Я не знаю, до какого числа будет. Это точно не до 30-го. Не, не до 30-го. Его уже продлят. Чё-то это информация, что 2 недели еще после 30-го будет. Ну, до 16-го. Да нам уже... Мая. Да, мая. Да, а потом еще, наверное, лупанут. Да. Ну, мы знаем наше правительство, они сейчас трижды еще отложат. Фу, жесть, короче, ребят, жесть. Если не до августа, да. Ну ладно, рад был увидеть, может, пойдем. У нас уже время. Все, давайте, давайте, да. Да, счастливо, ага. Сейчас позанимаюсь чуть и на озеро двину. Ну, в общем, как-то так время проводим. Заехал в лес, чуть-чуть поглубже от цивилизации. В общем, тут немного бурелома, так все спокойно. Лес еще практически не начал цвести, от зимы не отошел. Хотя и зимы-то не было, одно слово от зимы. Но, в общем, пока все еще голо, листьев нету. Ну, почки так появляются немножечко. В общем, двигайтесь, ребят, не сидите дома, занимайтесь спортом, ведите активный образ жизни, физический труд, никогда еще плохого не делал для здоровья. Так что я с вами, ребят. На самом деле под ним опасно проезжать, может когда-нибудь упасть, но по-быстрому можно. Хочу сейчас лесничество сгонять.
Народ гуляет. Блин, ну как вот дома можно сидеть, если на улице такая хорошая погода? Природа оживает, все оживает. Блять, свиньи насорили. Ну, тут у нас еще поляна такая есть. Весной здесь, когда все расцветет, очень красиво. Тут есть местечко для кемпинга. Сейчас покажу. Вот тут люди соорудили себе столики, на чем посидеть. Есть на бревнах. Здесь часто разводятся костры. Вот тут есть с чего развести для начала. Блин, я что-то пожалел, что я стаб с собой не взял. На нем видос был бы очень ровненький, без тряски. Ну ладно, будем снимать так, как есть. Так, вот тут, насколько я помню, есть люк какой-то, типа бункера. Вот он. Он тут соединен тоннелем. Тоннель же идет в ту сторону. И я не знаю, сколько он протяженностью. Но такой, не мелкий. Вот он. У! Какое эхо. Мощная. И вот, в общем, он идет в ту сторону. Это похоже какой-то военный объект бывший, тут какие-то коммуникации. Но все это заброшено сейчас. Хочу сейчас доехать до лесничества. Посмотреть, там есть лабаз такой на деревьях. Не знаю, если получится, там, если будет открыто, то заеду. Покажу. Я в том году был там, просто пофотографировал, но не снимал. Но так, достаточно интересное местечко. Так, вот здесь вроде поворот на лесничество. Это в сторону озера ведет поворот, а это в сторону лесничества. Вот тут что-то грязюка какая-то. Я обычно вот здесь съезжал. Так, аккуратненько. Не убиться. Опа! Да, тяжеловато одной рукой снимать, другой рулить. Можно реально убиться. А раньше тут лес был. Сейчас пусто. Все повыпиливали мне. Подхожу к повороту в сторону лабаза. Сейчас надо аккуратненько туда зайти. Что они тут бывают частенько, что не зайдешь. Вот. Вот она, дорога туда. И тут такой трос натянутый. Типа не проходите. Но мы постараемся сейчас пройти. Аккуратненько. Насколько помню, тут есть какая-то огромная яма. Не знаю, что за яма, для чего она была вырыта. Ну, посмотрим сейчас. И вот она, эта огромная яма. Правда, тут на видео не так уж видно. Давайте я попробую спуститься. Смотреть, что тут. Спускаемся. Может быть, тут какой-то военный объект раньше был. Не знаю. Опа, утки. Утки ушли. Шугнул я их. Интересное место какое-то непонятное. Вот, в общем, такой вот глубины она, метров 10, специально выкапывалась. Опять-таки, я не знаю, для чего.
Так, ладно, пойдем сейчас в охотничье местечко. Хочу показать там вам. Что-то построили на деревьях охотники. Так, идем, идем. Аккуратненько. Ну, столько тут бурелома. Ну, в общем, интерес это место проявляет. Я уже просто давно здесь снимал. Но на самом деле чуть-чуть очково. Я думаю, не стоит бояться. Тут же не написано было, что частная собственность. Вход запрещен. Просто обычный какой-то трос натянут. Пиздец. Никаких запретных знаков. Значит, мы ничего не нарушаем. Вот вижу лестницу. Вот я подхожу. Надеюсь, там никакой нету. Вот, интересно. Вроде тишина. Никого нет. Местечко на самом деле интересненькое. Может быть, залезть посмотреть туда? Как вы думаете? Давай пока не буду лезть никуда. Обсмотрим. Окно закрытое. Значит, никого нет. Обследую территорию. Это кормушка для обитателей леса. Вот такой вот корм тут. Но это 100% приманка. Кукуруза, пшено, все прочее. В общем, со всего вот этого леса животные приходят сюда покормиться. А тем временем их поджидает тут лютая смерть. Видите, как все отсюда просматривается. Короче, я сам на приманку пришел, как бы меня не стрельнули, но там стопудово никого нет. Так, пойду-ка я посещу этот лабаз, посмотрю, что там внутри. Я в том году здесь был, но туда не поднимался. В этом году попробую подняться. Охотничья тема тут. Что тут? Мешок какой-то. А, ну это, скорее всего, корм. Ладно, не буду трогать. Комарья сколько тут, трындец. Так, смотрим, табуретка, сиденье, всякий хлам лежит из-под молока. Комаров трындец просто, ребят, комарья пипец. Тишина. Вот я забрался сюда. Так, чисто охотничья тема. Давайте откроем, посмотрим. Вот кормушка как раз просматривается отсюда очень хорошо. Так что вот так вот наши охотники промышляют тут. Да, обзор очень хороший, как раз ты тут спокойненько, тихо сидишь, никто тебя не видит, не слышит. Ствол ложим прямо сюда, и прицел очень отличный. Лайк ставьте, ребятки. Тут ничего не спрятано, короче, ничего здесь нету. Кроме вот этого вот сиденья, кстати, мягенькое оно очень. И под сиденьем тоже ничего нет. Ну, в общем, я забрался сюда. Давно хотел это сделать. Все никак не получалось. То нет времени, то
то работа, то еще что-то. Мне понравилась эта вылазка. Я словил некий кайф. Не то, что дома сидеть. В общем, гуляйте, занимайтесь спортом. Выходите почаще на свежий воздух. Всего доброго вам, друзья. До новых встреч. С вами не прощаюсь. Ставьте лайки. Кому понравилось, обязательно комментируйте под этим видосом. Всем удачи. Так, надо вылазить отсюда. Блин, воздух свежий какой-то. Просто там обалдеть. Короче, я вылазил, ребят. Хватит тут сидеть. Так, надо в аккурате. Лестница чуть-чуть гниловатая. Пахнет по ней лезть. Но тем не менее, надо спускаться. Так. Все, накрыли. Привели все в прежний вид. Уходим. Потихонечку уходим. Так, одели перчи. Короче, надо ехать отсюда потихонечку. Поехали. Вот такая вылазка. Мне, если честно, самому сегодня понравилось. Немножко адреналинчика. Вот. Ну и заодно посмотрел, что давно хотел это сделать. Что там внутри. В принципе, ничего такого особенного. Но посмотреть нужно было. Это не я, если я не посмотрю. Если уже мне приспичило, я это 100% сделаю. Вот и все.